Профессор, который на протяжении 30 лет правильно предсказывал результаты выборов в США на пост главы государства, во второй раз заявил, что президентом станет Дональд Трамп. Под таким заголовком вышла свежая статья в издании «Вашингтон Пост». Как поясняет газета, профессор Алан Лихтман из Американского университета в Вашингтоне вывел систему, основанную на 13 ключах, которые позволяют оценить силу и эффективность правящей на данный момент партии. Эти ключи представляют собой вопросы, на которые надо отвечать «да» или «нет». Цитата. «В том случае, если 6 или более ответов окажутся отрицательными, партия власти проиграет выборы». Система правильно предсказывала исход всех голосований, начиная с 1984 года, отмечает Washington Post. По мнению профессора истории, последние скандалы с кандидатом-республиканцем и обвинившими его в домогательствах женщинами, а также дебаты и колебания результатов соцопросов не влияют на ключи. Лихтман – автор нескольких книг, в том числе книги «Предсказываем будущего президента. Ключи от Белого дома» в 2016 году. Как напоминает издание, президентские выборы в США пройдут 8 ноября. Фаворитом считается кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон. Телеканал Евроньюс рассказывает о том, как Италия переживает последствия подземных толчков. Итальянские спасатели и пожарные после землетрясения проверили здания в пострадавших городах. Повторный удар стихии привел к заметной панике. Подземные толчки ощущались даже в Риме, где находилась Гордения Трезини, корреспондент Евроньюс. Цитата. «Рим был разбужен землетрясением. Мы выбежали на улицу, было ощущение реальной опасности. Мы говорили с соседями, все были в ужасе. Сейчас панические настроения спали. В Риме находится множество людей из пострадавших регионов, передает журналистка. Телефонные линии сразу после толчков были перегружены. Люди пытались дозвониться до своих родных, которые находились в пострадавших районах, чтобы убедиться, что у них все в порядке. Жертв удалось избежать в первую очередь потому, что жители были эвакуированы еще в прошлый раз. Сейчас практически нет сотрясений, абажуры не качаются, но многие признаются, что до сих пор осталось чувство нестабильности. Такое впечатление, что земля все еще дрожит под ногами, приводит Евроньюс слова очевидцев. К 2050 году Марокко полностью перейдет на зеленую энергетику, гласит заголовок статьи в онлайн-издании «Марокко World News». В марокканской столице, городе Уарзазад, теперь находится солнечная электростанция «Нур», крупнейшая в мире. Задача проекта – обеспечить страну чистой устойчивой энергией. Цитата. «Нур-1 – первая очередь из 4 электростанций, где будет вырабатываться экологически чистая энергия. В настоящее время страна покрывает 94% своих потребностей за счет импорта», отмечает ресурс. Здесь на площади в 450 гектаров установлено 500 000 параболических зеркал и производится 160 мегаватт электроэнергии. Электростанция работает с февраля 2016 года. Ее запуск был серьезной задачей для марокканских инженеров. Более чем на 30% этот проект выполнен местными компаниями. Мы гордимся, что он был реализован в срок и соответствует международным стандартам, рассказали изданию представители солнечной электростанции. Экосистемы на Земле находятся под угрозой, и, кажется, ничто не в силах остановить эту тенденцию, начинает статью корреспондент французской газеты «Le Monde» Одри Гарик. Давление человечества на окружающую среду постоянно нарастает, и более половины позвоночных животных исчезли за последние 40 лет. Такое тревожное признание сделал Всемирный фонд дикой природы. Цитата. «Популяции позвоночных сократились на 58% между 1970 и 2012 годами. Сильнее всего пострадали пресноводные позвоночные, чья численность уменьшилась на 81% за отчетный период. Тревожно замечает автор и добавляет, если ничего не изменится, эти популяции могут уменьшиться в среднем на 2/3 к 2020 году. Причины подобных спадов авторы доклада объясняют в первую очередь потерей и разрушением среды обитания под воздействием сельского хозяйства, лесоразработки, урбанизации и добычи полезных ископаемых. Далее следует чрезмерная эксплуатация видов, охота, рыбалка, браконьерство, загрязнение окружающей среды, болезни и, наконец, самый незначительный на данный момент фактор – изменение климата, говорится в статье. Преодоление порога биоемкости Земли имеет определенный срок, предупреждают ученые и приводят доступное для понимания сравнение с банковским счетом. Если каждый год изымать часть своих сбережений, без их пополнения однажды сбережения исчезнут. В глобальном плане страны, оказывающие самое большое воздействие на экосистемы, это те страны, которые выделяют больше всего углекислого газа – Китай, США, Индия, Россия и Япония. На них пятерых приходится половина мирового экологического следа, добавляет в завершение автор «Le Monde».